мы видим достаточно большое увеличение количества читателей в наших библиотеках, более почти 500 коворкинг-центров, и наши библиотеки стали работать в новом формате, и более 2 миллионов экземпляров детской литературы было закуплено только в прошлом году. В этом году у нас хорошие планы. То есть в целом, конечно, данный проект, он вызвал очень большой интерес, и мы сейчас уже видим хорошие результаты. Но тем не менее, мы тем не менее должны говорить о том, что пока еще этого недостаточно. Это научно обоснованный подход. Вот когда мы будем делать программу, надо исходить из науки, из конкретной практики, результатов мониторинга. Ну, учебная программа — это не игрушка. Взял его, туда поменял, сюда поменял. А учителей-то 40-500 тысяч ты не переручишь, МТБ сразу не обеспечишь, и возникает вода. Поэтому эти вопросы надо к этому будем относиться осторожно. Вопросов немало. Я думаю, что все эти вопросы решаемы, мы должны это все решать, но еще раз говорю, основной подход у нас – это научный подход с доказательной базой. Не просто на эмоциях, а мы должны прежде всего ставить в центр ребенка и результат обучения, что мы хотим в итоге получить. При размещении госзаказа мы будем требовать соблюдения ряда очень важных требований. В первую очередь, это требования к уровню квалификации педагога. То есть мы будем говорить о том, что если вы получаете госзаказ, пожалуйста, покажите, кто у вас работает, есть ли у него соответствующее образование, прошел ли он соответствующие курсы. Он же работает с детьми. Я думаю, что это совершенно справедливое требование.